если с точки зрения регионального банка рассуждать, то посещение данного форума сказывается только положительно. Я там получаю профессиональную информацию из первых уст, я понимаю, что конкретно те же законодатели и регулирующие органы имеют в виду, да, на простом человеческом языке. И я получаю общение с друзьями, коллегами, с которыми есть возможность обменяться опытом, в том числе и по применению законодательства, и по выполнению практических аспектов безопасности. Для меня этот форум очень полезен. Общаемся напрямую с регуляторами, законодателями и своими коллегами, и все это происходит на фоне прекраснейшей природы, на свежем воздухе. В этом и эффект, наверное, да, когда у тебя работа не отделяется от отдыха. Это здорово. Уральский форум, я считаю, обязателен для посещения любого банковского безопасника, ну, теперь уже и финансовой организации. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.